сделать максимальное количество отжиманий на брусьях с дополнительным весом 48 килограмм – задача не из легких. В Шымкенте прошли республиканские воркаут-игры «РВИ». 40 участников из 10 городов Казахстана решили помериться своими силами. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Участники показывали свое мастерство как по одному, так и в команде. Спортивное движение воркаут сейчас на самом деле популярно в Казахстане. Во многих городах открываются десятки специализированных площадок для занятий. Само спортивное движение представляет собой выполнение различных упражнений на уличных площадках. На турниках, брусьях, шведских стенках. Валентин Лобецкий в Шымкент приехал специально, чтобы поучаствовать в соревновании. Парень занимается воркаутом 4 года и готов выложиться сегодня на все 100%. Воркаут сейчас очень моден. В Алмате уже построили больше 30 площадок. Первая доступность. Второе, интерес, так это что-то новое. И третье, в воркауте можно всегда придумать что-то новое, то есть импровизировать. Нет какой-то определенной программы, как, допустим, в гимнастике там. В чемпионате участвуют не только парни. Стройные и спортивные девушки сегодня начали соревнования с подтягиваний на турнике. Зрелище удивительное. С виду хрупкие девушки показывают отличный результат. Спортом я занимаюсь лет с 14. Сначала занималась чирлидингом, танцами, а уже потом на воркаут перешла. И занималась с мальчиками на улице. Ну, я сомневалась, что я сделаю раз 15-16, но получилось. Я думала, раз 12 получится и все. Мы, конечно, только за первое место. Цель масштабного соревнования – выявить самую подготовленную команду воркаутеров и привлечь внимание молодежи к спорту. Это мероприятие мы очень долго ждали. Оно очень хорошее. И надеемся на дальнейшее продвижение подобных мероприятий, потому что спортсменов очень много, профессионалов много. На людей, которых надеются на какой-то на какие-то спортивные достижения, очень много. И для них, я думаю, стоит делать мероприятия даже побольше. По итогам соревнований первое место и 300 тысяч тенге завоевали шымкентцы. Команда 13-й легион показала лучшие результаты в 4 из 6 дисциплин. Второе место и 200 тысяч забрали алматинцы, команда Микс Тим. Третье место и 100 тысяч тенге достались сборной команде из городов Талдыкоргана, Караганды и Алматы. Четвертое место и 70 тысяч отправились в город Кокшетау с командой Empire Workout.